И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот получился, значит, такой салон. Вот так он выглядит, да? Так, единственное, что, наверное, потом еще нужно будет какой-то кант вокруг дверей, да? Ну, в принципе, там его не было. Вот эту... И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, что? Ну, взял я барную стойку вот эту. Вот эти вот, значит, полки, бутылки. Это с прошлого, значит, проекта. Это Робинзон Крузо. Вот так все это дело там выглядело. Так, теперь нужно в этот, значит, бар разместить, значит, залинковать нашу Марию Альварес и, значит, нашего этого, как его там называют, Мастерсона. Во. Давайте все это дело пока закинем, а потом я уже, наверное, попробую все это с экрана снять. Тут вот другой вопрос. Какой ракурс взять, да? Как их посадить, и чтобы, в принципе, и барную стойку, наверное, было видно, и лестницу, и чтобы, ну, словом, красиво, чтобы все было, да? Давайте попробуем. Так, Shift, правая кнопка мыши. Поставлю пиво сюда, чтобы долго их не искать, и линкуем. Значит, так, находим сначала шерифа. Так, 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 так. Вот, шериф молча курит. Линк. Давайте найдем его. Значит, получается, по два файла будет. Говорит Мария Альварес. Молчит, значит, наш вот этот, значит, персонаж. Вот тут вот это вот дело вот мне не нравится. Наверное, нужно зайти и вот эту часть как бы убрать, наверное. Потому что на каких-то файлах, вот видите, начинает он вот это рябь. Если просто записывать, то нормально. Чуть, вот, чуть вбок, все, вот появляется. Если так отключить, конечно, не будет. Ну, а так вот есть дым. Поставил я двойной дым, чтобы с двух сторон и побольше он был. Так, теперь, значит, если присутствует вот этот стол, то для массовки давайте как-нибудь, я не знаю, так, давайте вот сюда еще один стол поставим и чуть его в бок. Опять же, не хотелось бы много. Так, вот это пока аж скроем. Вот это тоже аж пока можно скрыть. Так, не хотелось бы, конечно, слишком много тут всего добавлять, потому что, ну, будет очень тяжеловато, да? Так, семерка на нампаде. Надо, чтобы стулья смотрели в другую сторону. Вот в эту. Так, здесь у нас получается, значит, Мастерсон. Так, можно вот крупный план его вот так потом снять. Так, вот это все выбираем. S надо сделать побольше. Ну вот, вот так уже... Как бы говорится, куда ни шло. Тогда этот стол, не знаю, нужен. Но если нужен, другой возьму. Вот этот скопируем.
Так, теперь, значит, Мария Альварес уже тоже, она сидит на стуле. Линкуем сюда, значит, Баба на Дикий Запад. И значит, так, эмоции, Запад, разговор в салоне. Вот он. Коллекция, коллекция. Так, смотрим. Так, гражданка подсоединилась. Семерка на нампаде. И значит, R. Надо ей удалить камеру и свет. Так, Мастерсон, он больше, значит, этой Альварес. Значит, Альварес уменьшаем. Так, барная стойка. Если она встанет, как раз локти должна положить. Так. Ну, как бы так бы, да? Ну, что-то в этом духе должно происходить. Вот так они должны тут болтать. И получается, что когда я, видите, буду на камеру снимать Марию Альварес, тогда у меня не хватает еще тут стенки. Получается, ну, давайте я еще туда стенку добавлю. Семерка на нампаде. Делаем Shift-D и подставлю еще вот эту одну стенку, значит, на этот план. Так, это что тут? Вот здесь у меня получается, видите, больше планировал я сделать. Но так как я добавил, значит, бар. Так как я добавил бар, значит, с другого проекта. Давайте я вот эти шкафы сделаю побольше. Так, S. Ну, до лестницы как раз, да? Ну и бутылка вроде бы по размеру будет, и сковородка, да? Можно даже, наверное, еще бар, вот этот бар еще побольше поставить. Вот так. Ну, тогда двери не будет видно. Ну, в принципе, она и не нужна, дверь. Тут главное общий план, да? Можно даже вот, вот так это все дело сдвинуть. Так, а ну-ка, оп. Ну, вот так будет, наверное, нормально. Тогда, чтобы было хоть что-то, семерка на нампаде, делаю R. И подставлю сюда дверь. Ну, допустим, что в эту дверь, ну, побольше дверей. Она ведет еще в какую-то комнату, допустим. Все-таки тут бар. И сразу видите другой внешний вид. Но вот, опять же, дверь лучше, наверное, сюда передвинуть. Тогда задняя стенка будет у нее пустовать. Так, вот тут тоже есть, как говорится, вопросы. Так. Ну вот уже можно снять нормальный такой вид. Так, а тут получается. Ага. Делаем H. И поправляем, значит, барную стойку. Так, барная стойка ушла вглубь стены. Alt H. Возвращаем все детали. Так. Ну, вот эту стенку полюбасу на, потому что будет здесь сниматься как бы мастерсон, да? И хоть ты финтом, хоть ты не финтом, получается, и тут придется закрывать. Потому что или брать ракурс, допустим, вот этот, чтобы, значит, не было видно вот этого, вот этой стенки. Ну, эту стенку не вопрос. Давайте мы ее просто растянем, да, допустим.
Так, и получается, собрана полностью, значит, как говорится, полностью собрана сцена, да? Получился полный, значит, кофе. Со стульями, с барной стойкой, бутылки, все нормально. Так, вот эти бутылки. Так, или банки уже. Ну, получается. Так, set origin, geometry. И, значит, а ну-ка, оп. Ага. Так, 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 а ну что тут с бутылками? Это банки, скорее всего, тазики, чашки, склянки. А ну-ка. Во. И вот уже что-то тут глюк. Так, давайте зайдем в Edit Mode. И, значит, как это дело обыграть. На рентген ставим, выбираем Transpose и смотрим, в какой они форме. А ну-ка. Так, поправляем. Так, эти банки стоят, а нижние нифига не стоят. Значит, выбираем только нижние банки и опускаем их пониже. Также можно выбрать все вот эти банки. Вот так вот. Только через рентген тогда все выбирается. И подправить их в эту сторону. Так, ну здесь вроде бы все стало. Ну, вот тоже мне не нравится вот эта штукенция, полоска, да? Так, что тут у нее получается? Так, во. Так, ну эти, в принципе, стоят все нормально. Ну, вот таким образом, значит, подправка прошла. Так, что еще хотелось бы, да? Здесь вот должен будет стоять бармен. Здесь, значит, у нас Альварес вот это говорит. Гражданин у нас нервно курит, допустим, да? А ну-ка. Вот будет где-то съемка в таком, допустим, ракурсе. Вот. Он просто молчит, просто курит. Она ему там что-то втирает. И вот где дым, я не знаю, тут больше, наверное, крупных планов набрать. И она как бы маленькая кажется. Но она и есть маленькая. Она 1,50 м. А значит, Мастерсон у нас где-то 1,80 м. Ну, гамбал, короче. У которого, вот видите, видно теперь, надо рубашку подправить. Так, сейчас зайдем, подправим рубашку. Так, ну что, это будет первая сцена, допустим, так. Ну, давайте я ее чуть прибавлю, допустим, раз. Потому, так, вот если она сейчас станет, как ее проверить? Если она станет в полный рост. Вот, раз, допустим, к барной стойке ее примерить. Если она встает, то как раз барная стойка ей будет, ну, где-то по ребра, да? Вот мы по барной стойке, давайте ее и подгадаем. Вот так. Так, тогда Мастерсона со столом тоже чуть-чуть уменьшим.
И тогда наш персонаж Мария Альварес перемещается вот сюда. Так, какой бы лучше взять ракурс? Так, она вот сейчас на него смотрит. Можно ракурс взять, чтобы было ее полностью видно и чуть перекрутить. Но тогда вот так вот будет красиво смотреться. Вот камера, все, она с ним говорит, допустим, да? Так, ну тогда придется ее докрутить. Вот так. Если буду снимать, значит, Мастерсона, вот она говорит, допустим, лучше вот с этой точки, да? Видно обоих персонажей, видно их ноги, видно, в принципе, вот эту вот всю. Можно хорошо вот это вот все снять, да? Вот в таком ракурсе. И давайте посмотрим, точно ли она на него смотрит. Так, и чуть-чуть за стол заведем. И значит, давайте прям поближе к столу. И вот раз она тут жестикулирует, все говорит. Можно дальний план, вот видите, хорошо так снять. Дым видно. Шляпа Мастерсона, кружка, все, вот он сидит, тут все ля-ля-тополя. Сохраним, так, это файл Save As, это будет у нас салон внутри. Это салон внутри. Блин, даже как бы вот написать, вот Мастерсон молчит, да? Чтобы написать правильно, чтобы потом, ну, не запутаться, у меня этих файлов уже, мама, не горюй, молчит. Так, сохранить. Теперь, значит, что нам понадобится? Нам понадобится теперь Мастерсона, который будет говорить, закинуть сюда. А как закинуть, значит, вот Shift и ставим Pivot, чтобы точно он сюда попал. Вот сюда вот. Так, значит, этот link удаляем, а это файл. Линк, значит, шерифа находим. На коне курит. Так, на коней шериф. Рик. Так, здесь я уже, видите, все, потерялся. Так, значит, здесь он молчит, курит. Вот он. А здесь он болтает. Вот картинку, видите, пока не увидел, не определился, что это значит этот файл. Так, здесь он уже, значит, болтает. И вот эту штуку нужно, значит, поближе подвести и выдержать. Так, вот так, наверное, раз. Приметить на том файле, как здесь все установлено. Так, раз. И вот смотрите, когда будет подниматься главный герой по ступенькам, он уйдет туда и все. Больше он не вернется, допустим. Но можно показать, как он туда пошел. Вот с какого-нибудь вот этого ракурса. Сначала внимание обратить на него, что он типа пошел и камера прилетает, значит, крупный план персонажей, облет. И Мария Альварес начинает говорить. Здесь можно сделать монтаж, не обязательно с этого, значит, файла. Так, вот здесь он говорит. И можно ее оставить, да, допустим. Ну, вот видите, не видно, что она там что-то болтает. Губы у нее, да, в принципе, со спины, если ее снимать, можно не делать ей другой файл, где она будет, допустим, молчать. Можно в этом же файле удалить ей разговор. Не такие у нее большие жестикуляции.
И, допустим, можно взять просто Мастерсона крупным планом. Вот так он типа на нее смотрит. Так, и тогда, видите, как-то он в бок смотрит. Так, семерка на нампаде. Чуть-чуть его довернуть. А ну-ка. Ну вот, теперь он точно на нее смотрит. И вот можно со спины вот так снимать восьмерочкой. А можно снимать, значит, вот, тогда она на него уже не смотрит. Вот в чем вопрос. Так, теперь, значит, вот так она где-то должна сидеть. Вот. Ну что, в принципе, что, все готово. Она мало жестикулирует, значит, можно использовать это дело без передела анимации. Не будет видно, что она типа болтает. Прям раз со спины, допустим, ее так вот взять. Можно вот с этого края. Если брать сбоку, то будет видно, что у нее идет болтовня. Допустим, вот восьмеркой снимать. Или вот крупными планами. Допустим, раз, вот крупный план взять Мастерсона. И, допустим, он здесь вот раз там курит, 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 курит. Здесь он болтает. Завтра мы поедем. Там, та-дам-та-дам. Тут он молчит и опять начинает болтать. В принципе, что у него речь тоже может быть долгая, но она по плану короткая. Так, если вот с этого, с этой стороны снимать, то видите, уже Альварес смотрит вообще не на, значит, Мастерсона. Вот это вот опять же, так, а ну-ка, вот так она на него смотрит, это точно. В принципе, что? Неплохая картинка, так. Только куда он теперь смотрит? Вот сюда с моей, на гражданку. Так, она куда смотрит? Вот, вот так она на него смотрит. Ну, вот ничего, хорошо она сидела вот с этого края. Ну, в принципе, ее-то можно довернуть. Что тут вопросов, да? Вот раз ее так подтянуть. И, в принципе, раз она все равно на него смотрит. Вот так вот. И тогда вот таким вот ракурсом можно снять. Как будто вот она сидит подальше от стола. А он ей там что-то втюхивает, да, там говорит. И тогда видно ее. Если снимать, допустим, с других планов, вот, допустим, сейчас Мастерсона снимать, вот она тоже хорошо смотрится, и он тоже под восьмерочку тоже хорошо подходит, да? Так, ну тогда не буду я создавать еще один файл, тем более не видно, что она болтает, но тоже волос ходуном ходит, там это все нормально. Так, вот с этой стороны плохо волос ходит. Ну, будет сниматься, значит, с этой. Так, вот я ее веду, и вот он болтает. А если под рендер, то, видите, медленновато он будет это сейчас делать. И FPS у меня помедленнее. Так, смотрим, насколько он будет нормально быстро говорить. В принципе, он нормально говорит. 250 кадров. Ставим 600. Вот, теперь он будет с 250 нормально долго тоже болтать. Вот так вот можно их снять. Красивый будет ракурс. Посажать сюда еще персонажей. Значит, там кто-то бухает. У меня бармен есть. Кто, ну, кто видел, да? Бармена можно поставить сюда, как будто он там что-то протирает.
Так, пианино можно еще поставить, но боюсь, у меня не вытянет, значит, ноут таких, значит, больших, как их называются, больших, значит, идей. Вот сейчас, если я добавлю еще, значит, персонажа главного героя сюда, который поднимается по лестнице, ну, я думаю, жесткач это будет. Давайте попробуем. Так, а у него там... Давайте файл вот этот сохраню. Файл Save As опять же. Молчит. Так, это молчит, а это он говорит. Мастерсон говорит. Вроде бы вот такие сейчас пока идут, это в начале простые анимации, где вот кто-то сидит, где-то кто-то проскакал на лошади, где-то там чего-то еще. Но уже вырисовывается какая-то линия, да, такая сюжетная. Если, конечно, тут заморочиться, можно сделать подход, значит, вот чтобы они подошли к столу, там что-то еще добавить какие-то. Но я думаю, что затяжные вот эти сцены, они просто будут, ну, как бы мешать, да, когда они там, допустим, показывать походку, там показывать дополнительные ненужные какие-то диалоги, допустим, она ему говорит главному герою, допустим, иди он в тот номер, он херак туда-сюда пошел, потом они подходят к столу, потом они садятся. Но это будет долгая песня и, в принципе, ненужные события. Такой вариант мультфильма, как больше комиксы, да? Вот так она больше подходит. Раз, они тын-тын-тын, тут поболтали, там еще что-то и так далее. Так, ну вот пока такой вот вариант. Все, теперь нужно снимать это дело, значит, с экрана, смотреть, какая будет аниматика, смотреть потом, что где не хватает, где затянуто, где подвисает, где вот видите, тут вот хорошая майка, там в том файле плоховатая тянет, да? Ну вот, нужно теперь смотреть. Так, давайте попробуем все-таки файл Open и найти главного героя, если он тут еще остался. Так, таверна, таверна. А, вот оно. Так, салон внутри нет. Так, ищем главного героя. Я не помню, удалил я ему вот это окружение. Многое забывается. Так, А, Б, В, Г. Герой Запада. Видите, тут сколько налинкованных уже сцен. Я старался больше в одну папку линковать, потому что если все навернется, лучше искать в одной папке. Так, вот он. Так, смотрим. Я его еще не шлифовал, вот этот, значит, эту анимацию. Так, смотрим, насколько он тут медленно будет подниматься. В принципе, для дальнего плана пойдет. Так, выбираем вот эту вот всю штуку. Да меня реклама добьет тоже. Так, и вот эту штуку мы убираем. Файл Save. И теперь файл Open. Находим салон внутри. Мастерсон говорит. Видите, медленновато у меня уже стало все загружаться. Иногда даже вот ноутбук сейчас греется, не знаю причину этого. Так, теперь, значит, правая кнопка мыши пивот переносим. Вот камеру надо еще у Альварес удалить, да? И теперь линкуем сюда
Герои Запада, где он тут поднимается. Так, нашли. Так. Ставим на первый кадр. И нужно нашего персонажа развернуть. Так, и ступеньки получаются какие-то большие. Делаем персонажа чуть S побольше и чуть-чуть подкручиваем. Так, и вот теперь вопрос. Почему я не матрос, да? Так, а где, почему он не ловит уровень пола? Так, отключаем вот эту видимость. Потому что там персонаж был прям побольше. И получается тут уже 19 кадр. Нужно поставить первый. Поднять его на ноги. О. Так, судя по ступенькам, а ну-ка, как-то вдали Мастерсон даже меньше его кажется. Он по росту аж до балок достает. Ай-яй-яй-яй-яй, как говорится, да? Вот уже, как вот это все исправить, получается, если он... А там он вообще не попадает. Так, а если там его отвести подальше, поднять повыше. А ну-ка. Все, тогда он тут не попадает. А как же так же? Надо было его, наверное, линковать с той же... Так. Так, вот это уже финт. Так, получается, если он поднимается, вот здесь он поднялся. Значит, подняться он должен здесь оказаться. Раз он оказался здесь, то тогда, видите, он очень большой становится. И тогда, получается, двери маленькие. Вот так вот, да? Так, а здесь он какой-то маленький кажется. А там слишком большой, а ну-ка. О, а как так, а? Вот это тебе здравствуйте, а? Здесь он, значит, маленький. Ну как маленький, да? Если по высоте, тогда получается бар маленький. И тогда нужно еще увеличивать альварес и это. И вот вопрос. В принципе, по высоте, вот по размеру Альварес и вот эта вот гражданка, они нормальные. А вот по лестнице, вот этот шкет, слишком большой. А ну-ка, SS, а ну-ка. О. А если я его дальше отведу?
выше подниму. Так, а ну-ка. Пока ненужное надо убрать. Я с этим шкинтом что-то вообще не могу разобраться. Так, а если его еще сделать поменьше? Так. Вот, если он отсюда начинает идти, в принципе, вот такого он должен размера быть. Если вот под эту сценку, значит, то он должен быть маленький, да? Так, если он так попер бобер. Так, давайте его чуть-чуть увеличим. О, ну ни хрена себе. А, понял, тут что-то с самой анимацией, да? А ну-ка, раз. А, вот здесь он должен стоять, здесь, нанизу. Во, по-моему, я его поймал, да? Нифига не поймал. Там поймался он. Вот, видите, там уже нормально он, раз, там поднялся. Так. Главное, чтобы он вот здесь правильно поднялся. Тогда мы его тут подправляем. И вот он на каком весу оказывается. Гляньте, раз, если смотреть. И подгоняем его под этот. Уводим его сюда подальше. Он отсюда, по-моему, шел. Так, и смотрим. А ну-ка. Во. Ну так еще куда бы ни шло, да? А там он уже, видите, по ногам не попадает. Так, не знаю, что с этим делать. Почему такой косяк получился. Надо было линковать его именно с теми ступеньками. И с той, значит, байдой. Так. Возможно, это вот привязка. А ну-ка, если привязку поменять к геометрии. Нет, видите, он привязан вот к этой площадке его. И получается, что... Ну, тут можно тоже прописать, если на крайняк ошибка вот есть, да? Допустим, вот здесь я его поймал. Вроде бы раз он тут прошелся. Так, здесь он наступает. Тут вопрос в чем? Так, эту стенку теперь аж. Вот, теперь вопрос в чем? Нужно поймать вот этот момент, да, где он раз. И вот здесь вот. Вот так у нас должен быть. Так и нет. Так, здесь он уже на ступеньках, значит, стоит, я понял, да? А ну-ка. Здесь он, значит, на ступеньке.
Здесь он, значит, уходит. И все, уходит в землю. То ли вот эта штука, значит, растянутая. Ну, сама вот эта вот штукенция, да? Ну, нет, вроде она такая была. Так, а ну-ка. Нижняя ступенька какая-то тут, а ну-ка, аж. Вот она, да? Если давайте от нее, я вот не помню, на ней стоял или на полу, по-моему, не на ней. Так, если вот даже на ней, если даже на ней он стоял, то получается S, вот такой размер у него должен быть. И тогда он, оп, опана. Вот, видите, тогда он и тут не попадал. А ну-ка сюда, если то. Чуть-чуть еще его отвести. Вот так где-то. Все, а вверх он уже не ловит. Так, Alt H получается. Без разницы, что он там куда пошел, да? Главное, что он ушел с кадра. И получается, если вот сидит Мастерсон, вот так, если вот с этого края снимать, допустим, Альварес, и, допустим, разговаривает Мастерсон, то, в принципе, что он там? Раз. Все, он пошел и скрылся. Все, его там видно не будет. Не надо показывать тогда весь его проход, а лучше, конечно, было его показать, но нужно подкорректировать и шлифануть еще походку его. Там столб перекрывает ноги. В принципе, видите, если перекрыть, там что-то еще как бы акцент не делать. Или вот когда он пошел, вот раз там, допустим, ну, как бы передвинуться, да, побольше взять сразу Мастерсона, допустим, и перекрыть его ходьбу. Ну, все можно сделать. Косяки, они такие штуки, что всегда будут. Не ожидал я, что он так вылетит, не попадет, значит, под основные ступеньки. Надо тогда вот эти ступеньки кинуть туда, в его сцену, и переписать анимацию. Если желание будет, то сделаем. Так, теперь, ладно, с этим делом нормально. Вот 526 тысяч полигонов у меня. Это у меня нету тут еще ни пианино, нету бармена с анимацией. Если я все это дело вкину, все, тогда я тут уже, как говорится, и здесь мы, как говорится, все. Так, файл вот этот сохраню с этим персонажем. И получается тогда что? Ну, если Альварес становится, 2 метра двери, нормально. А этот уже мутант какой-то. Так, а ну-ка, давайте вот эти двери чуть-чуть я побольше сделаю. Бамс. И можно их чуть-чуть, наверное, еще растянуть. Так, это здесь дверь будет, это там. Чуть-чуть подкорректировать. В принципе, нормальный бар, кафешка. Так, вот такой вот результат.
Так, в окнах должно быть утро видно, потому что днем они приехали, и в окнах должна быть как бы небо, да? Получается, нужны картинки или просто вставить купол, чтобы там хоть что-то отражалось. Ну, вот такая еще подготовка. Если у вас есть какие-то идеи, пожелания по вот этой съемке, по компоновке, да, пишите под роликом или в группе ВК, ссылку оставлю в описании. Все, всем пока, до свидания. Вот пока такие дела.